Добрый-добрый-добрый вечер всем еще раз. Ну что, переходим к матчу HellRaisers против команды Mindsanity. Куда делось название команды, я не вижу. Ну ладно, будем без названия. Понятно, что Mindsanity сербский коллектив против коллектива HellRaisers. Много вопросов. Почему HellRaisers Украина, почему HellRaisers Украина? Потому что так они себя позиционировали, ну и там руководство украинское. Выступают под этим флагом. По-моему, великолепный флаг. Ну что, пудж для HellRaisers. Вот так вот. Как удачно мы с вами ворвались на стадию пикабана. Пудж для HellRaisers. Все остальное выбросьте, выключите. Нет, вообще этого не существует. Команды HellRaisers. В бане Висп, Тролль Варлорд, Скайлас Мак и Бэт Райдер. Со стороны команды Mindsanity в бане ушел Чен. Также там Снайпер, Бристлбэк и Клокверк. Но все это неинтересно. Еще раз говорю, пудж для HellRaisers. Кто будет и где отыгрывать? Будет ли это мид-пудж или это пудж, который на сложной будет получать левел? Такое мы уже видели от Империи. И примерно исполнял это Йоку. Да, это было не очень продуктивно в вопросе фрагов, но это было в любом случае забавно в вопросе какого-то вижена и какого-то шоу, который Йоку нам организовал. Глянем. Возможно, это Афониджи в мид, возможно. Да все возможно, в принципе. Посмотрим, кто у нас куда разойдется. Шторм Спирит есть, но Шторма можно отправить и в легкую линию фармить. Это тоже не проблема. Котл тоже. 1000 лет никакого котла уже не видели. Да и Пуджа не видели очень давно. Ну, Акс, Леон, СФ. Тут скукотищей решили Mindsanity разбавить современную доту. Ну, разбавили. Даже, наверное, не разбавили, а просто добавили очередную игру на моей памяти, в которой СФ, Леон и Акс. Ну и Дазл, конечно. Кого же еще, если не Дазла, под Акса? Скучно. Ну что, HellRaisers, последний бан. У них остается приблизительно 30 секунд на все это дело. Ну, команды Mindsanity тоже немного времени в запасе на бан. Забанили Медузу, забанили Дроу Рейнджерс. Разменя Дроу Рейнджер разменялись рейнджевыми керри. Да ладно, можно и без Медузы здесь, в принципе, играть. Не очень не нужна была. Ну, керри нужен команде HellRaisers, в принципе. Или, опять же, может, нужен оффлейнер. Если Шейкер со Штормом и Keeper of the Light отправятся на легкую, а Пудж пойдет в мид, то можно взять оффлейнера. Возьмите, ну, пудж в мид, ну, пожалуйста, HellRaisers. Сделайте этот скучный вечер веселее. Phantom Lancer для HellRaisers. Ну, теперь посмотрим, что да как. В принципе, Шторма можно и в соло поставить в легкую, например. Шторм стоит легкую соло, без вопросов. Шейкер, Keeper of the Light и Phantom Lancer могут стоять в сложную. И там ПЛ за счет котла будет постоянно-постоянно гнобить того, кто туда придет. Ну, скорее всего, Акса, как я понимаю, или фармящего героя, которого сейчас выберет команда Mindsanity. Ну, ждем. Смотрим, ждем. Надеюсь, что это все-таки пуш в мид. Последний пик. Антимаг. Антимаг, ну, против Phantom Lancer и Пуджа, ну, не знаю. Goji One Dota будет отыгрывать у нас на антимаге, или просто Гоги, как читается на транслите. Лизард у нас играет на Дазле, Мич будет играть на Аксе. Райс, ну, тут напудрил, конечно, собственным ником. Ладно, будет теперь Райс у нас на SF играет. Ну, в принципе, все. В принципе, разобрали относительно своих игроков. Все по лайнам сейчас станет мне ясно. Одну секундочку. Нужен.
Да, путч все-таки идет у нас в сложную. Я как понимаю, это горец у нас на путже в сложную. Ладно, окей. Будем смотреть и так. И так неплохо, в принципе. Пока что в соло здесь стоит горец. Дред на шейкере. Танцевальный дред. А ну-ка, зажги еще. Тут кто-то был близко. Кстати, пуш подходит. Тут нормальная вечерина может организоваться. Будет ли хукать у нас, кстати, на... Ну, хук на первом левеле уже прокачал у нас горец. Ну, тут, собственно, хук, понимаем прекрасно, рендж минимальный. Тут никого не достать. Хотя антимаг вон пробегает. Вон он. Вон он, антимаг. Просто тащи. Ждем. Здесь уже Милан, здесь Гоуджоан Дота. Ну, не по шансам, конечно, драться. Дред с горцем, я так понимаю, отправится на сложную. Или Дред здесь, в принципе, фиссурой застопит крипов. И куда-то уйдет просто для фарма вменяемого от пуджа. Нет, Дред будет туловищем своим стопить крипов. Отлично у него получается. Ну, теперь туловище поплотнее. Все, крипов застопили. Эти врезались в фиссуру, и этот пошел на верную смерть. Пожелаем удачи крипу магу. Мич на сложной. Против него Артес на Фантом Лансере. И, конечно же, с ним Годдем на котле. Постоянно заливка маны. Постоянный спам за счет лансов от Лансера. Как бы это банально и тривиально не звучало. На миде Шторм Спирит от Афонинджи. И Райс на Сефе тоже на миде. Дред все-таки стоит на лайне. Тут, я так понимаю, собираются харасить команду. Команду Майнсейнити игроки Hellraisers на сложной. Ну, нельзя пуджа оставлять. Надо какой-то левел, надо саппортинг. Надо вообще делать все полезное. Хотя Дред отсюда уходит. Но только сказал, что нельзя, Дред будто решил меня протроллить и уходит с лайна. Без маны и фактически без КП у нас пуш. Все поправимо. Возвращается Дред. У Дреда на фиссуру маны хватает. Ну, пока просто ковыряются, никто никого не бьет. Ну, разве что Гоги у нас умудряется похарасить немножко пуджа. Ну, тут просто чтобы подрезать ману, чтобы не было на хукшот. У Дреда уже готова фиссура, юзать, правда, ее пока бессмысленно. Как там Артес вместе с котлом поживает? Сюда Лизард пришел, и теперь дабла из Акса и Дазла. Это полнейшая неприятность для команды Hellraisers. Антимага поймали. Блинка нет. Будет ли давать на опережение? Да какой там хук вообще? Нет маны абсолютно у горца. Без маны. На лайне стоит. Ну и сама функция пуджа пока что становится немножко обрезанной. Артес продолжает фармить 4 крипа. Вот это фарм у Артеса. 3 минуты фармил, 4 убил. Просто великолепно. Но зато у Акса здесь дела отлично идут. У меча 13 на 1. Но еще и лесных крипов умудряется подстилить. Ну, здесь, скорее всего, скоро меч обнаглеет и пойдет за тавер. У нас First Blood. Кого забрали? Ну, как можно было, а? Назад. Мотать, смотреть. Смотреть, мотать. Гонят у нас горца. Горец, наконец-то, мана появилась на хукшот. Подкоп по Дреду. Дред в хексе. Гоуджуан Доту подцепили. Воняет и старается убить, и убивает. Ну и завалили здесь также Леона. Даблкил для горца. Все, извините, что пропустил. Даблкил для горца. Реализация пуджа сработала. Все в порядке. Здесь в это время Дазла расковыряли. И счет становится 3-0. Артес хорошо себя чувствует. Пудж, на котором играет Горец, тоже себя чувствует великолепно. Уже пришел Боттл сюда, к Пуджу. Ну, Милана не должен отпускать.
Чуть-чуть довонять. Ну как же так, а? Пудж, скорее всего, ничем этот файт положительным для себя не закончит. Еще, я думаю, подстрять Горец может. Дред далеко, подсейва пока никакого. Нет и быть не может. Уходит контролить руну. Реген появляется, и Пуджу более чем повезло. Милан уже здесь. Горец идет, у Горца есть цель. Вперед за руной, руну забрал. Ну и Афонин же, по-моему, на руну не успел. Горец с ботлом. Есть тапок. В общем-то, у нас сложная линия постепенно превращается в мид. Тапок, ботл. Времена идут, линии меняются, пуч остается тем же. Транквил, буцы прилетели уже к Горцу. Все, ситуация комфортная. Против антимагов соло можно стоять. Дред с фиссурой уже готов. Это не Мирана, тут хук не пустишь через крипов. Надо ждать, пока умрут свои крипы. Соло остается антимаг. Антимаг сладкая цель, правда, если бы не блинк, то вообще цены ему не было. Отдавайся не хочу. 460 хп сейчас у Годжима Дота. Просто зацепить. Зацепить фиссурой, зацепить хуком. Ну и навонять. Я думаю, Горец тут на опережение, если что, бросит. Хук, ну давай фиссуру, Дред. Нет, не дают фиссуру. Просто ждет. Фиссура пошла. Но тут хукшот уже бессмысленен. Как-то неразбериха какая-то в стане команды Эшер. Все, отходят отсюда. Надо драть, надо ждать, пока будет фиссура, потом можно тащить. Три ноль. Драка единственная, которая была внизу и вверху. Больше, собственно, не повторялось. Ни на одном из лайнов по ХП у нас никто не проседает. Ну, здесь харрас идет от Артеса по Мичу. Мич, в принципе, под, опять же, протекцией Дазла тут особенно по ХП не просядешь. Хотя Лизарда начинают напрягать. Грейв есть, если что, но можно попробовать и добить его. Врывается Афониджи. Лизард под Грейвом. Надо не... Ну, скорее всего, уходит отсюда. Лизард 1 ХП, но живой. Такой вот скилл. Отваливается отсюда Дазл стопа. Живой, но сильно битый. Скоро вернется. Как дела у Горца? Пятый левел. У антимага. Так, фиссурой зацепили у нас Леона. Киллинг спри для Горца. Уже три фрага имеется. Годживан Дота под собственным тауэром, но живет. 4-0. А шеры начинают... Ну, великолепно. Иначе и не придумаешь. Все получается хорошо, все... Пока складывается. Пудж пока себя реализует. Все, в общем-то, по фарму тоже неплохо у Пуджа. Но куда ты, крипа? Ставь в покое, Горец. Горец-то какое. Так, Акса у нас в это время ковыряют на топе. Опять же, тут без дазла никто не остается. Постоянно под хил, постоянно Shadow Wave. Ну, для этого Лизард здесь и стоит. Чтобы хоть как-то сдерживать напор Артеса. По фарму. У Акса 44 на 3, у Фантом Лансера, на котором играет Артес, 24 на 1. Первое место у нас у Райзен, тут еще и лесные крипы подстиливаются немножко. Ну и Афониджи на втором месте, 48 на 8. Горец полностью оккупировал здесь нижний лайн, и руны его, и фраги его. Три фрага уже имеется. По золоту тоже вообще не проседает. Ну, самый интересный, понимаете, да, почему я все время камеру на нем держу? Потому что самый интересный персонаж у нас на карте. И, собственно, вокруг него весь экшен и будет происходить. Шестой левел есть, дисмембер есть, есть хук третьего левела, можно тягать. Фиссура пошла у нас, промазывает хукшотом Горец. Ну и все, и теперь, наверное, Дред отъехал. Скорее всего, Дред отвалился. SF забирает этот фраг, и первый фраг для команды Mind Sanity. Хукшот неровный от Пуджа, и это стоило жизни его
Не кому-то там. Это стоило жизни его Дреду. Полетели подзатыльники, наверное, в комнате. Так, пуш. 1200 на руках. Будет ли это фастдаггер? Ну, наверное, это будет фастдаггер для пуджа. Насколько фаст, посмотрим еще. Ну, то, что даггер 100%. И дальше хочется увидеть какой-то аганим. СФ забирает второй фраг. Разорвали здесь Афониджи на миде. 4-2. Счет в пользу команды Hellraisers. Лизард подставляется. Больше половины хп сносит. Сносит здесь котел. Одной несчастной задувкой. Ну, это такой герой. Кстати, реализация котла тоже очень интересно за этим понаблюдать. Будет ли здесь аганим? Ну, наверное, должен быть аганим. Почему бы нет? Буст крутой сделали. 1500 у горца. У Райза появляется Shadow Blade. У Милана ничего пока полезного нет. У Митча есть даггер и готовится выход в... Собственно, никуда. Здесь готовится до сих пор выход в Транквил Бутсы. Деньги, в принципе, имеются. Просто Митч почему-то подзабил на данный артефакт. У Дазла до сих пор нет тапка. Тут через Фантом Лансера можно было бы его и помучать. Ну, больше стараются навредить Аксу. Но это пока успехов никаких не приносит команде. Ну, как так, а? Райз у нас развалил пуджа. Дред, Фессуру в спину Райзу. Неужели и здесь в кустах получится? Дред мансит. У Дреда все получается. Дред здесь размансил в двух соснах дичайшим образом. Уворачивался он от койлов и повезло, увернулся. Но тут вообще была рулетка вправо-влево, влево-вправо. Некуда ходить, некуда. Ну, одна из двух точек была бы простреливаема. Какую выбрал Дред? Та, собственно, ну... Удачную или неудачную, это уже вопрос случая. Ну, Дреда получилось. Угадал. Классная фиссура. Доминейтинг в это время в миде. Что с Райзом случилось? Что он поел? Через 10 минут после начала матча, я не понимаю. Надо теперь к нему, я так понимаю, привязываться. 4 фрага и Райза. 3 из них, которые я пропустил. Ну, отлично. Отличный вкус, отличное начало. У Митча... 460 на руках, и Райз отправляется на топ. Теперь будут с Фантом Лансером, как я понимаю, разговаривать. Ульта есть. СФ в инвиз уходит. Можно попытаться сразу же ворваться в Артеса. Скорее всего, так и будет или нет. Наверное, не будет. Доппергангер под собственный Т1. И сразу уходить отсюда. Райз. Митча будут цеплять. Афониджи уже здесь. Митч очень сильно битый. Половину хп ему слили. Ну, Афониджи немножко не туда, по-моему, полетел, но должны мяча разваливать. Хотя, опять же, этот Грейв, ну, здесь иллюзия ковыряет. Еще один удар в спину, ну, и Гаддем забирает у нас, наконец-то, Акса. Первый раз умирает у нас Акс, в это время Милан еще сыпется от Артеса. Ну, и антимаг внизу. Где в это время Горец? У него опять руна. Барабаны покупает у нас Пудж. Это не тот пудж, на котором меня учили играть в пабе. Это пудж с барабанами. Хукшот мимо. Близко, но мимо. Ну, тут у антимага, я думаю, пару кирпичей выпало сзади. И отошел. Антимаг, не думаю, что на легкие такие мансы были. Ну, теперь Арай. Здесь загрели у нас горца. Квиллинг Блейд. Вообще домой. 3-2. Счет у пуджа. 3-2-0. Без ассистов, 3 убийства, 2 смерти. Ну, начало неплохое, если бы это был пудж в пабе на миде. Начать с 3-0 и прийти к 3-2, это, конечно, трабл для команды Hellraisers. 5-6 по золоту. My Insanity на 1600 опережают своих оппонентов по экспириенсу на 3000. И антимаг фармит. У антимага уже есть Ring of Health, есть Broadsword. Еще надо клеймор, надо надо Void Stone. У Гаддема ничего, в принципе, по золоту не имеется. Так, хукнули у нас Милана. Милана развалили. Из-под тавера Горец вытащил. Саппорта очень быстро разобрали. И что хорошо, что фраг отошел Артесу. Нет пассивки пока у Горца. Видимо, не рассчитывал он на ближайшее время файтиться. Ну, возможно, так.
На один бы вкачать лишним бы точно не было. Хотя, опять же, всему свое время, кто я такой, чтобы горца учить играть на данном персонаже. Милан, один раз уже на хуке полетал у нас. Второй раз попасть тоже, наверное, не вопрос. Так, пошел у нас инвиз, я так думаю, это сефа. Да, Райс подходит сюда, ну завардите же вы, ну сколько раз можно умирать. Дред на лоу хп, ну и крип к горцу бежать отсюда как можно быстрее. Ну как так, ты все видели, что Shadow Blade есть, у Райза никто не реагирует. Сентриков нет. Горца разнесло по кустам. Даже удивительно, здесь один обсерв, так вообще нет вижена от команды здесь, да? Райза ждали здесь. Ткнули по голове оба варда. Все казалось бессмысленно. Голджима Дота гонит у нас Гадема. Еще один удар, и Гадем... Можно ультить. Гадема, Гадем развалится. Но не гоняйся ты, дай ульт. Все. 7-8. Выходит команда... нет, не выходит. Выходит, я думал, что это команда Hellraisers выходит. Точнее, команда My Insanity выходит на Т1. Нет, это у нас убегает Дред и убегает Афонинджи с нижнего лайна. Ну и летит туда Горец. У Ирайза дела, по-моему, великолепно. По нетворсу 7000. По... на втором месте по нетворсу у нас Афонинджи 6. Покупает Point Booster. Готовится выход в Bloodstone. Восьмого левела Горец. Надо гангать, надо где-то набирать экспириенс, набирать деньги. Райза в соло, наверное, уже не разбирает, я думаю. Так, увидели здесь антимага. Ну же, ну же! Дизмембер одновременно с Вортексом. Ну ничего, все равно, разобрали. Заранее хукшот отправил Горец. Ну теперь Мич двоих вокруг себя собрал, можно подраться с ним. Бежит Райз в инвизе. Артес уже здесь, меча будут ковырять. Но здесь могут подстрять игроки команды Hellraisers. Загрели на себя горца. Ну и через ульт мегакилл для мидера команды Майнсэнити. Афонинджи пополнил банку, моментально улетел к котлу. Вот такой вот абуз известных всем спелов. Отошел вообще. Моя руна. Афонинджи хасту забирает на топе. Кстати, у Артеса появляется потихоньку Diffusal Blade. Это после Владмера. Первым артефактом Владмер собрал у нас Фантом Лансер. Даже немного удивительно. У Горца 514 после барабанов. У Шейкера 1700. Дред пока до Даггера не насобирал. У Афонинджи 1400 после Point Booster. Надо еще собирать и собирать до Бладстоуна. У котла транквилы и пока больше ничего. Так, СФ. СФ, СФ. Яша уже почти готова. У меча на аксе. Даггеры. После даггера вангуард появляется. У Дазла ничего. У Леона 1200 тоже у нас собирается, как я понимаю, Милан в даггер. Ну и антимаг. 480 на руках. А что такое антимаг? Что случилось? Почему так медленно? 18 минут, пока что никакого Battle Fury для антимага нет. Ну, возможно, это действительно контр для антимага. Я говорю о Пудже, конечно, и о Дреде. У нас уже смеялись в чате. Вытащили Дреда, но просаппортили Дреду все равно. Говорит, отпусти меня вообще, я пойду дальше с ним говорить. Ну, понятно, Акс загрил, но просто забавно выглядело. Типа, сейчас я ему расскажу, да я не пьяный вообще. Да, их четверо, ну, у меня тоже две руки. Ладно, Дреда разобрали. 9-10 счет. Hellraisers все равно вроде бы где-то неудачно дерутся, а по факту по фрагам опережают своих оппонентов на один фраг всегда как минимум. Всегда на фраг впереди. Новый слоган для Hellraisers. Хукшот. Голем. Иди сюда, вонючий голем. Получил голем по голове. Горец уже не знает, по кому хукшотит здесь. Девятьсот, ну, здесь пускай по 1000 будет сейчас у Горца. Ну, надо... Думаю, даггер вообще must have. Врыв от Афонинджи на Эрайза. Наконец-то попадает у нас Пудж.
Дизмембер отъезжает у нас. Райс, ну и забирает мегакиллстрик. У нас не кто-то там, а Артес на Фатноблацере. Ему действительно нужен фарм. Хотя я, конечно, топлю за то, чтобы Пудж забирал такие фраги. Быстрее бы появился Даггер, быстрее был бы экшен. Но пока что, в общем-то, и Артеса надо бустить чем только возможно. Battle Fury появляется у антимага. 19 минут. Это ой-ой-ой, как до хрена. У Райза после появления Diffusal уже имеется 1000 по золоту. Мич загрел против себя двоих. Мича разобрали. Пудж знает, как разговаривать с лоу-хпшными героями. Разобрали. У Горца 5-4-2. Ну, заработали. Мич, в принципе, хорошо фармил. Ну, неплохо с него поимела команда Hellraisers. Bloodstone появляется тем временем у Афониджи. $1,950. Просто копейка за копейкой капает у Пуджа. Я за каждой из них слежу. Хочется появление Даггера. Это увеличит количество экшена, я думаю, минимум в 2 раза. 2,250. Сюда иди. Все, появился Даггер наконец-то у нас у Горца. Будем наблюдать. У Пэйла 1500 после Владмера. Артес по фарму на третьем месте. На первом по-прежнему Райс. Ну, СФ, который фармит больше всех, это вообще не новость. Это классическая схема. В инвизе выходят в свой лес. Даже под смоком. Не в инвизе, а под смоком. Ну и здесь смок, соответственно, от команды Hellraisers. Перемудрили друг друга. Голджи Ван Дота проюзал уже. Блинк можно было ловить, но 5 секунд не было блинка. Почему не ворвался? Афониджи даже непонятно. Ну, может быть, не стал рисковать просто. Ну все, отсюда антимаг уходит. А Милан здесь. Милан моментально разваливается. Дред с даггером. Тотем по голове. Один удар. Развалился у нас Милан. 13-9. Hellraisers впереди. По экспириенсу Hellraisers в ноль. По золоту Майн Сэнити на 1000 впереди. $870 на руках у Горца. Ну, в принципе, те артефакты, которые он должен был получить, он уже получил. Давайте за кор героями последнему. Артеса. 2300 на руках. Я думаю, будет появляться здесь, скорее всего, Яша. И из нее потом Манта Стайл вырисуется у Эсефа. Сенджин Яша уже готов. Это после Шадоу Блейда. Годжи Ван Доты. 2200 на руках. Тоже, в принципе, появление Яши более чем ощутимо. Нет, Владмир одним кликом у нас покупает антимаг. Для Леона уже готов Даггер у Дазла. У Дазла на урну даже не хватает денег. Лизард здесь терпит. Хотя вроде не так много умирал. Где все его деньги? Ну, вот, собственно, все его деньги. В Вардах. Разваливают Т2. Здесь Дред. Дред на Годжи Ван Дота сразу же нападает. Развалили, скорее всего, антимага. Хотя нет, выживает у нас антимаг. Ну и теперь Гаддему наваляют сразу после Дреда. Далековато у нас Горец. Ну и тянуть нет смысла, потому что ворвутся и развалят. А Фонинджи, это удиты, дай хукнуть. Ну, здесь есть, в принципе, Даггер. Лизарда убивают. Дальше цеплять должны Леона. Леон, скорее всего, делает отсюда тэп-аут. Да, не помешают. Ну, хотя бы Дазла, хотя бы так. 450 с него подняли. По золоту. Майнсэнити 500. По экспириенсу тоже Майнсэнити 1000 с копейками в их пользу. Артес отправляется во вражеский лес. Покупает себе Ultimate Orb. Пока что о Яше ни слова. Возможно, будет Скади, а возможно,
Яша появится чуть-чуть попозже. Ну, укрепляется Артез. Понятно, что по ХП здесь беда. Одной Яши здесь не вывести. Если вдруг на антимага или на СФ нарваться, можно и не пережить. Все это под агромотакса, ну да. Уверяю, за 1600 после... после Сенжин Яши. Гоги у нас после Battle Fury заработал уже. После Battle Fury и Владмир уже 1500 поднял. 1400 у Мича. Готовится БКБ. У Дазла ничего, кроме урны. И у Леона тоже, в принципе, ничего. Транквилы, даггер. Так, Пуш у нас поймал меча. Меча должны забирать. Забирают. Киллинг спри для Горца. 7-4. Да это самый серьезный парень в составе команды. Побежал дальше. Побежал. Гонит. Всю команду Майнсэнити. Гонит. Хорош. Еще один хук у нас по Милану. Милан, скорее всего, здесь отъезжает. Ну что хорошо, это то, что капает сила у нас по Джу и... Дисбаланс, конечно, дикий. На хайграунд ворвались, думали, может быть, кого-то здесь найдут. Не нашли, ну все, уже чекает Горец. Типа фартит, можем куда угодно давать хуки. Два килла последних в любом случае полностью на его счету. Да, там один подстилил немножко Афониджи, но выстраданный и заработанный исключительно Пуджом. На Т2 выходит команда Hellraisers. Пушить можно у Артеса. Чуть-чуть совсем остается до Яши. Дред сам себя уже загрел тотемом. Ульта пошла от Дазла. Но только ульта по команде Hellraisers своих не коснулась. Тут ребята с стандартным дефом стоят. Ну, уходит команда Hellraisers. На хайграунд не пошли, но более-менее сейвовая ульта. Я думаю, чтобы на хайграунд не пришлось сразу же идти вместе с этой пачкой крипов. Антимага 200 на руках. Промазывает у нас Горец хуком. Дал уйти антимагу. Дред 1300 после даггера. У СФа 2500 на руках. Опять же, после Сенжин Яши. Ну, команда Ашер предлагает такую доту, которую Майнсэнити пока что ну, не освоили. То есть, как против Пуджа играть, пока что не ясно. То есть, нападать, но на свой страх и риск. Пудж у нас на поток фраги не поставил. Вытаскивает у нас Афониджи, спасает тем самым от верной смерти. Райс уже у нас. Ульту под ноги Афониджи развалил. Эхослэм пошел у нас от Дреда. Где ты? Нет, Эхослэм не пошел от Дреда. Просто Дред топнул. А вот теперь Эхослэм пошел у нас от Дреда. Дазла моментально развалили. Мич тоже, в принципе, терпит, но не сильно. Артес начинает наваливать. Убили здесь Леона, убили антимага и убили Дазла чуть-чуть поранее. Вы это видели. Где Пудж? Пудж бегает у нас от Эрайза. Бегает по всем кустам. Да спасите вы Горца. Черт возьми. Ну и здесь еще и Акса расковыряли. В любом случае, разменяли одного Пуджа на пятерых героев команды Майнсэнити. По факту, хорошо поднялась команда Hellraisers. 2200 заработали по золоту. 6800 по экспириенсу. Всех расковыряли. Один единственный фраг. Кое-как тут смерть свою окупил у нас СФ. А по факту Hellraisers начинают давить. Первый тим вайп. У Афониджи появляется Ultimate Orb. От чего? От кого? Будет ли это хекс для Афониджи? Или, возможно, в линку у нас пойдет шторм? Тоже, кстати, не лишено смысла. Есть что линковать здесь. Хотя и БКБ, наверное, поинтереснее будет шторму. Так что, скорее всего, хекса. После хекса будет... после хексы будет уже Black King Bar для мидера команды Hellraisers. У Дреда потихонечку пытается вырисоваться Аганим. СФ нарисовал, где находятся оппоненты. Да, ты прав абсолютно, Райс, они именно там. Но что ты будешь с этим делать? Ничего.
далеко вся команда. Райс соло туда тоже никаким образом добраться бы не успел. Форстаф у Пуджа, и у Горца также Point Booster появляется, готовится выход в Аганим. Силы, в принципе, нормально. Можно подраться, и демеджа больше с Дисмембера, и... Да и всего-всего, и отхил вменяемый. Фониджи летает тут от команды Майнсейнити по своему лесу. Хоста есть. Правда, она сейчас закончится. На Милана врыв. Милана зацепили. Не должны давать ему отсюда уходить. Разобрали. Опять же, на праздник жизни или на праздник смерти, скорее всего, Пуч у нас попал. Подстилил чуть-чуть по силе. .12.22. Hellraisers по золоту. 7,5 по экспириенсу. 8000 в пользу команды Hellraisers. Артес гонит его SF. Shadow Blade работает еще. Артес гуляет. Он не знает, где находится SF. Тут врывается Акс. И теперь Артес знает, где находился SF. И теперь Артес знает, где ему находиться. Еще 60 секунд. По вражескому лесу. Без вижена. Без инфы, где находится команда соперника, разгуливал у нас Артес. Совсем недавно Артес так против Alliance врывался на 45-й минуте просто в соло на вражеский хайграунд без вижена и отдавался, а потом вся команда в пятером отдавалась. Да, это хорошо закончилось для команды Hellraisers. Они выиграли этот матч против Alliance, выстрадали второй на Joint MLG Pro League. Но хорошо ли это? Нет, не думаю. Правильно ли это? Тоже нет, не думаю. Ну да, это интересно, наверное. С какой-то стороны гулять по вражескому лесу, но... Чревато, в общем-то. Ну вы видите, откуда, куда у нас Горец вытягивает Дазла. Откадешится сейчас хук, и можно попытаться еще кого-то затащить. Врывается у нас в Милана. Милан, скорее всего, здесь рассыпался. Дазла нет, сейвить некому. Горец пошел у нас дальше тягать, я так понимаю. Стоит на хайграунде, просто ждет очередную жертву. Ну, более чем полезен здесь Пуч. 9 киллов, 7 ассистов. Из 24 фрагов сколько? 16, в которых поучаствовал Горец. Больше половины. В общем-то, без него экшен не происходит. Быстренько разобрали крипов, Т2 должны забирать. Ну, купите уже кто-то гем или вижен поставьте. Сколько можно? Акс срывается у нас на Дреда. Дреда не вытягивает Горец. Дред очень быстро закончился. Горцу надо отсюда уходить. 1800 на руках. Тауэр заденайли. Гонят. Артес готов драться против меча. Где Горец? Горец убивает у нас Дазла. В это время разультился уже и Райс. Убили котла. Афонин же пока жив. Маны, в принципе, хватает, чтобы мансить. Хекс пошел в Пуджа. Пуч, кстати... Да, Пуч, кстати, приплыл. Приплыл, скорее всего. Денай себя Горец. Денай, денай, да. Горец себя денает. Вчетвером слились Хейра. Афонин же отсюда ушел. Правда, был всего лишь Аегис был для Афонин же. Ну, что толку? После Аегиса можно сразу же на Берсеркер Кол попасть. Там особенно никто тебя никуда не отпустит. 4 в 0 подрались. 4 в 1, точнее, подрались. Игроки команды MyInsanity, ну, тут несчастный Дазл, который 1-5 идет. Я вообще бы не считал его. На один хук Горцу. Ладно, все, по золоту 5000. Ашер по экспириенсу чуть менее 5. Да и по золоту под 4 преимущества Ашер. Теперь по артефактам. Антимаг 4600 на руках. Есть Ultimate Orb. В принципе, Манта Стайл уже готов давным-давно. У Леона Транквилы Дагер. Курьер пустой. У Эссефа 2000 после Black King Bar. У Дазла ничего. У Акса БКБ еще 1300 сверху для Мича. Теперь по команде Hellraisers. 1000 до Аганима остается Пуджу. Для котла Форстаф 800 по золоту. Артес насобирал себе уже Манта Стайл. Есть Диффуза, есть... Ну, Лизард отсюда, наверное, уходит, а может и нет. Да, все-таки уходит. На лоу хп, но уходит. Антимага здесь убили очень быстро и фактически моментально, как и не успел переключиться, да, обычно. Я вещи в это время рассматривал. Фантом Лансер. Так, Манта Стайл, Диффуза и Владмир. Ну и Boots of Travel. ПЛ скоро догонит и обгонит у нас СФа, я думаю. Антимаг уже где-то на волоске висит. Еще одна пачка крипов и Артес выходит вперед.
У Дреда остается всего лишь 400 до Аганима. Будет интересно посмотреть на врывы от Дреда с Аганимом. Но вообще такая классная экшен-дота у команды Hellraisers. Все персонажи активные, от персонажей с яркими шоутаймовыми ультами. Я говорю об, конечно же, о Дреде. Конечно же, я говорю об Афонидже, который за счет своего ульта жуть что творит в рядах соперника. Ну и, конечно же, Пудж. Это всегда веселье, всегда праздник. Две 200 уже на руках у Артеса. Кому это все летит? Это все Дреду. Это все Дреду. Дреду готовый Аганим прилетает. 14 левел. Немножко еще до 16 надо насобирать. И тогда фулл раскаст. Собираемся вместе вокруг СФ. И смотрим, как СФ разлетается на запчасти. 300 на руках у СФ. Думаю, здесь уже какой-то выход в Скадиот. Райза мы увидим у антимага. Так, врывается у нас Афонинджи на хайграунд, на лоуграунд, на лоуграунд, на хайграунд опять. Дизмембер по Годжуан Доте. В БКБ, в принципе, переживает. Переживает... отойди же, дай хукнуть. Просто Горец дает хук у нас в Артеса. Я видел, что там стоял Артес. И Пудж должен был это видеть. Горец у нас хукнул Артеса. Ладно, минус 2 сделали. Акса забрали. Наблюдаем за заходом команды Hellraisers на хайграунд соперника. Крипы сыпятся. В это время глиф прожимается. Неудачный мув от MindSanity. God damn. Нажимает на паузу. Проблемы у нас у Артеса. Ну и Акс в это время отвалился. Даже немножко странно. Все, переподключается Мич. Ждем возвращения в игру. Глиф заканчивается. Т3 падает. Выкупается Акс. Через секунду будет Дазл. Надо Мичу врываться. Но с ним никто уже тут не готов разговаривать. Артес решил через ланс у нас заспамить антимага. Тоже возможно. Но тавр потихонечку погибает. Подошел Мантасайл, проюзал. Все, теперь ренжевой. Нет, точнее милишный. Ренжевой развалили. Афонидже агрит на себя Мич. Мичу очень сложно. Монолик на Миче. Мич вообще без маны. Тут ни Берсеркер Кол больше, ничего. Эхо слэм от Дреда в пустоту. Но было очень красиво. Ну, СФ разультился. Начинает наваливать по Горцу. Встанет СФ. Дизмембера нет у нас у Горца. На лоу ХП Райс. Райс, скорее всего, развалился. Трипл килл для Афонинджа. Бьют. СФ выкупается. Ну и что делать? Что делать? Просто стоять под собственным троном. Антимакс может ли ворваться? Есть ли вообще смысл? Тут, опять же, нижний лайн имеется. Топ лейн имеется. Правда, под пушеном по крипам надо команде... Hellraisers, я думаю, отходить отсюда. Но забрать, какая же сладкая цель у нас СФ после байбека. Забрать бы его вообще было бы великолепно. 30 секунд еще не будет у нас Горца. У котла 2300 на руках. У ПЛа уже практически готовый скади. У Шейкера мы видели Аганим и роскошные эхослэмы. Ну, и Хекс у Шторма, еще и 5000 сверху для Афонижи, 9-2-13. Ну, конечно, 5000 сверху. 27 зарядов в Бладстоуне. Что-то случилось, что-то произошло. 27 зарядов. Мне даже немножко больно. Я так понимаю, не умирал у нас Афонижи с момента... Как у него появлялся Бладстоун.
Да, это какая-то дикость. Можно летать нон-стоп. Монари генится с огромнейшей скоростью 50 манапоинтов в секунду. Рошан, меньше чем через минуту. Афони же все здесь ремнантами заспамит. Если что, заходите. Шива прилетает у нас для Шторм Спирита. Что сказать? Ну, огромнейший теперь манареген. Огромнейший. Огромнейший вообще потенциал самого героя. Теперь можно летать нон-стоп. 55 манапоинтов в секунду. Ну, вы понимаете. Фуловая мана регенится за 40 секунд. А фуловой маны 2 с лишним тысячи. Умудряется еще и прокликивать у нас, кстати, ПТ Афонич. Если хилится ботлом, прокликивает ПТ и меняет его с интеллекта на... На ловкость. Ну, здесь, правда, Боллайнинг умудрился с ловкостью сделать, но бывают фейлы. Ну что, команда Майнсенити на топ. У них есть крутой лейт, антимаг. И, я так понимаю, на нем будут строить свою игру, но уже эта стадия настала. Здесь есть не хуже крутой лейт. Я говорю о Фантом Лансере. Фантом Лансер с Аегисом — это вдвойне неприятно для команды Майнсенити. Сыпется постепенно Т3 на топе. В любом случае, Рошана заберут, только потом пойдут. Кто забирает Аегис? Для Афониджа оставили Аегис. Ну да, не терять заряды в Гладстоуне — это, наверное, правильно. Мич. Цепляет у нас Мич. Артес пошел врываться в Лизарда. Лизард рассыпался. Эхо-слэм от Дреда. Еще один эхо-слэм в пустоту. Дред кого-то троллит, я так понимаю. Это не может быть... Это не может быть правда. Сделайте меня развидеть это. Дред купил Аганим и два эхо-слэма отправил в пустоту. Просто интересно бы послушать сейчас командный чат. Ну, самое время. Злится Дред. Сам себя наказывает. Плохой Дред. Да, эхо-слэмы, конечно, получились подпровальненькие. Аганим у горца и после аганима 1200. У котла тоже постепенно появляется аганим 1200 для Годдема. У Фантом Лансера 2400, даже 2500 после Скади. Надо собрать Тараску, скорее всего. У Дреда мы видели 200 после аганима, за что вообще ему только деньги платят. Афониджи гонит у нас Эрайза с гемом. Райз стоит, просто притаился, как будто ничего не происходит. Ну и уходит. Хватило, в принципе, возможности уйти. Я думаю, что можно было даже попробовать. Так, кто у нас горит? У нас меч горит. Горец ульту проюзал. Через 2 секунды будет хук. Здесь Горджу Мандота нарезает у нас Дреда. И разваливает у нас потихонечку Горца. Ну, здесь уже Афониджи. У Афониджи нет маны вообще, но она регенится быстро. 60 секунд. Уходит отсюда. Афониджи здесь, в принципе, готовый, готовая фулл мана. Просто надо слиться. Афониджи, он, наверное, этого и хочет. Но мана регенится невероятно быстро. Эрайза поймали. Гем у нас Афониджи не теряет. Теперь понятно, почему Эгис у него под фонтан. Артес развалил у нас Эрайза. Гоуджи Ван Дота под фонтаном. Тоже наконец-то эхо-слэм от Дреда. В три... всего в три цели там... Манта ставил бы лот Гоу Дживан Дота, но тем не менее, это уже неплохо. Афониджи разменивает у нас Аегис, цеплять его нечем. Маймелан промазывает, бедняга, и Хекс на Афониджи должны отпускать. Ну, покупает себе Гёст Септер, будет разваливать теперь Лизарда. Улетает отсюда 35 зарядов и 65 мана реген. Жесть как много. 40-21, Хеллрейзер сносят вторую линию. Топ проваливается. Годжи Ван Дота нет байбека. Ни у кого нет байбека, кроме Артеса. Милана развалили. Мич врывается у нас на Артеса. Но здесь есть чем и выйдеть. Врыв дальше от Афониджи. Афониджи 11 на 2. Уже Мич тоже ему достается. Хоули щит, дабл килл. Ну и правда, Афониджи отыграл просто божественно. 12-2-20. 32 фрага под фонтан. Тут, собственно, и остается. Good game, well played. Поздравляем команду Hellraisers.
с победой в первом матче. Ждем ответную встречу. Она будет всего лишь через несколько минут. Пока что не переключайтесь. Ну и ждем, чем, собственно, Майнд Сэнити смогут ответить. И ответят ли вообще. Победа с Пуджом в пике. Ну, можно поаплодировать. Было интересно, было весело, было занятно. Все, пока не забывайте. Нажимайте follow на нашем Твиче, если вы еще не нажимали. Ну и заходите на группу. Заходите к нам на YouTube. Там есть воды. Подписывайтесь, это очень важно. Мы этого всяческими силами добиваемся. Ну и ваша поддержка невероятно важна для нас. Все, услышимся через пару минут. Пока что музыка, заставка. Не переключайтесь. Empty space. Even when the music is loud, I'd rather be no other place than here with you now. Here with you.